Ой, спасибо вам огромное за стремянку. Очень меня выручили. Я даже не знаю, как мне вас отблагодарить. Ой, прям так же не знаете. Вы не переживайте, я обязательно что-нибудь придумаю. Ну, придумывайте. Я подожду. Я, наверное, пойду. Да куда ж вы? Ну, вы присядьте. Я вас чаем угощу. Вам чай в большую кружку налить или в спальне? Что, извините? Я говорю, вам чай в большую кружку налить. Ой, или в маленькую. В маленькую. Так вы, значит, наш новый сосед снизу. Нет, я сверху. Ну, сверху, так сверху. Хочу вас сразу предупредить, что мой муж возвращается через 40 минут. И что? Так я же ничего такого не делаю. Вот именно. А время-то идет.